Сегодня в стране отмечают День языков народа Казахстана. Он приурочен ко дню рождения выдающегося казахского просветителя, ученого и государственного деятеля Ахмета Байтурсынова. В этой связи в столице представители молодежи и интеллигенции возложили цветы к памятнику лидерам движения «Алаш». Как отметили в акимате, в ближайшие 2 недели планируется проведение около 200 мероприятий. Их цель – поддержка госязыка, популяризация культурного наследия Ахмета Байтурсынова. В пятницу мы планируем провести вечер поэзии. Как вы знаете, в этом году мы отмечаем 130-летие Мағжана Жумабаева. Также у нас в планах мероприятие, посвященное 90-летию писателя и драматурга Акима Тарази. Кроме того, в местах притяжения города проходят различные интеллектуальные игры, викторины. Пройдет и научная конференция, посвященная творчеству Ахмета Байтурсынова. Все эти мероприятия направлены на поддержку государственного языка, укрепление его статуса.